трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В половине российских регионов, сообщает «Коммерсант», инспекторам ДПС вернули ручные радары. Эти устройства распоряжением руководства МВД были запрещены летом прошлого года из-за того, что у гаишников была возможность удалять снимки на месте, то есть присутствовал коррупционный фактор. Теперь на перепрошитых радарах форматировать флеш-карту могут только руководители подразделений. Трасса 101. Минтранс разработал 5-летнюю программу развития газомоторного транспорта. Число машин, работающих на голубом топливе, к 2022 году должно увеличиться в 3 раза. Для таких авто предлагается снизить транспортный налог, стоимость проезда по платным дорогам, оплату парковки и так далее. Бюджет проекта почти 800 миллиардов рублей. Трасса 101. Снова поднят вопрос о том, чтобы оснастить автомобильные регистрационные знаки электронными чипами. Маскировать такой номер бесполезно, система все равно его распознает. По словам представителя Росдормониторинга, в первую очередь такие знаки должны стать обязательными для большегрузов, чтобы их владельцы не могли уходить от штрафов за перевес и неоплаченный проезд по федеральным трассам. Страховщики составили список российских городов, где чаще всего угоняют автомобили. Как ни странно, но на первом месте оказалась не столица, а Смоленск с его 300-тысячным населением. Менее активно ведут себя угонщики в Санкт-Петербурге и Кургане. Они на втором и третьем местах соответственно. Далее следуют Кемерово, Ставрополь, Москва, Ярославль, Новосибирск, Оренбург и Красноярск. Трасса 101. Honda сделала гибридную версию кроссовера CR-V. Двухлитровому бензиновому двигателю мощностью 143 лошадиные силы компанию составляют 2 электромотора общей мощностью 70 лошадиных сил. Новинку представили на автосалоне в Шанхае. Внешне она практически не отличается от обычного паркетника. Добавлю, что недавно CR-V получила 7-местную модификацию. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.